Мерслис Лизергин, сборочка на 1000 подписчиков, сборочка на 900 тысяч подписчиков. Пилит годный контент, пилит сборочки, пилит мувики. Переходите, смотрите, подписывайтесь, пишите, что вы от меня. Ребятки, присаживайтесь. Салют, хоуми или орки, мне похуй. Сегодня замечательный день, 6500 на канале стукнуло. И вот как раз в этот день я решил слить GTA. И получается, что это GTA на 6500 и тыды-пыды. В общем, сейчас я вам быстро объясню, что в ней есть, чтобы вы понимали, что вы скачиваете. Начнем мы с того, что на всех скинах стоят вот такие вот маски. Ну как на всех, на гетовских скинах. Заменен один дигл, только дигл, больше ничего. Заменена мапа. Вот такая вот карта, мне понравилась, очень сильно, мощно вообще. Вот такая вот менюшка, но это еще в прошлой GTA было, я не стал менять. Тоже прикольно, я с нее прям теку вообще, кайф. Вот дигл, можете отключить, двое звуков, один просто звук дигла, другой полные звуки, вот они. Сейчас я вам продемонстрирую отдельно все. Сейчас я, сука, звук только вырублю. Это один звук. Это второй звук. Что-то пошло не так. Вот так звучит второй звук. Показывать другие не могу. У меня типа пушек нету. И матов тоже. И, блять, мне лень ехать на военку, все, отъебитесь от меня. Дальше что здесь заменено? Это дороги. Дороги заменены, они не жрут нихуя, блять. Но они очень такие на стандартные похожие. Мне понравились, пиздец. И еще текстуры на домах здесь заменены. Они тоже, по идее, не жрут. Я проверял, блядь, на слабом ПК. У меня, сука, нихуя не жрали. Если у вас что-то будет жрать, я не знаю, можете просто зайти в модлодер, нахуй, и вырубить их. Вот маппинах, это заменки домов. И вот дороги. Можете их удалить с папки, тогда как бы у вас минус мегабайты будут ебаные, блядь. Просто заходите и удаляйте вот в модлодере, в папке с игрой, блядь, вот это и вот это, вот две. И все. А, нет, стоп. Это радар. Вот, дороги, вот, блядь, мапа. Вот такие вот заменки на дома. Очень пиздатые, прикольные. В принципе, все. GTA-шка, блядь, полностью FPS-апнута. Да хуя очень клево. 20 штук где-то, блядь, полезных клево. FPS у меня на данный момент... FPS 220. При том, что у меня сейчас Ambient Occlusion включен на фул. Также здесь обрезанные анимки. Что очень помогает при стрельбе, блять. Мне лично очень помогает. Я вам не знаю, мне вообще похуй на... Мне заходит. И вот такая кровь. Вот такая кровь. Таймсикл, сами видите, блять. Он такой красивенький, весь охуененький. Пиздатый фист. И пиздатый цвет. Эта GTA-шка мне уже надоела. Я на ней уже неделю играю. Вскоре я соберу еще одну. Но она будет такая, сука, FPS-апнутая, что вы охуеете. Поэтому, кто хочет помочь... Подписывайтесь на ход гетто, там я буду заливать скрины и спрашивать, что добавить или что убрать. Вы сможете следить за ходом сборки. Не забывайте ставить колокольчик, потому что сливать я ее буду совсем скоро. Если у вас не будет стоять колокольчик, вы не получите уведомления о новых видео, а именно о новой сборке.